сжал зубы и сказал: «У него нет ни цента, ни единого цента. Какого дьявола? Послушай, этот парень скатился на самое дно. Его ждет ночлежка». 29 августа 2022 года мог бы отпраздновать свой 64-й день рождения американский певец, король поп-музыки Майкл Джексон. Исполнителя не стало в 2009 году. Он скончался от остановки сердца. Он дважды был женат и воспитывал троих родных наследников. Как сейчас складывается судьба детей Майкла Джексона, как они живут и чем занимаются, в этом видео не переключайтесь. В 1996 году Майкл Джексон женился на бывшей медсестре Дебби Роу, которая на тот момент носила его ребенка. 13 февраля 1997 на свет появился первенец знаменитости, который получил имя принц Майкл Джексон I. Вскоре после рождения Майкл забрал сына и перевез на свое ранчо, где окружил ребенка няньками. Мать не видела принца около полугода, а когда встреча состоялась, женщина поняла, что ее организовали ради красивых фото. Стоит отметить, что Дебби Роу однажды сказала в интервью, что понимала, что в один момент Джексон может забрать детей и заняться воспитанием в одиночку, поэтому на тесное общение с наследниками не претендовала. Она считала, что ее главная задача – это подарить певцу возможность стать отцом. Принц стал одним из детей Майкла Джексона, которого ждали с нетерпением. Певец даже записал несколько дисков со сказками и потребовал, чтобы жена включала их и прикладывала к животу. Он хотел, чтобы ребенок слышал голос отца даже в тот момент, когда он на гастролях. У мальчика так и не сложилось теплых доверительных отношений с матерью. После смерти отца он воспитывался в семье бабушки с дедушкой и с детства мечтал, что будет работать на телевидении. Принц окончил одну из частных школ Калифорнии, а затем поступил в университет на факультет режиссуры. Спустя время парень понял, что его призвание в ином, и перевелся на факультет управления бизнесом. В настоящий момент принц Майкл Джексон I является знаменитым продюсером. Он открыл собственную компанию под названием King Son. Также сын знаменитости активно занимается благотворительностью. Принц увлекается мотоциклами и много путешествует со своей девушкой. Самая знаменитая из детей Майкла Джексона – это его дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Дата рождения девушки – 3 апреля 1998 года. Ее биологической матерью, как и принца, стала Дебби Роу. С родительницей у Пэрис тоже не складывались отношения. Но когда у той диагностировали онкологическое заболевание, девушка стала больше с ней общаться. Как и старший брат, Пэрис окончила престижную калифорнийскую школу, а во взрослой жизни стала актрисой и моделью. Карьера знаменитости складывается успешно. Режиссеры положительно отзываются о ее работах. Пэрис является не только самой известной детей короля поп-музыки, но и самой скандальной. У нее взрывной упрямый нрав. Девушка регулярно оказывалась в центре конфликтов. Также поговаривают, что дочь Джексона не раз пыталась покончить с собой. Личная жизнь у Пэрис также была бурной. Она уже успела побывать замужем за футболистом Честером Костелло. Причины развода прессе не сообщались. Также известно, что звезда встречалась с рок-музыкантом Габриэлем Гленном, но и эти отношения быстро закончились. Пэрис дружит с братьями, она не раз говорила, что не представляет без них своей жизни. Несмотря на то, что в прессе постоянно возникают споры о том, является ли принц и Пэрис с детьми Майкла Джексона, так как они светлокожие и не похожи на него, сами наследники певца никогда не сомневались, что король поп-музыки их отец. Младший сын певца, принц Майкл Джексон II, появился на свет 21 февраля 2002 года. Его родила суррогатная мать, имя которой неизвестно. Поговаривали, что женщину, подарившую ему ребенка, не видел сам Майкл Джексон. Принц Майкл Джексон II уже давно вырос и стал необычайно похож на отца. Парень не является публичной личностью, поэтому чем он занимается в настоящий момент неизвестно. В 18 лет он купил себе особняк в Калифорнии. Принц II окончил частную школу и увлекся единоборствами. Говорили, что младший сын Джексона планирует стать музыкантом, но он опроверг эти заявления, отметив, что у него недостаточно талантов для этого. В 2014 году в прессе стали появляться сообщения, что у Майкла Джексона есть небрачный сын. Им назвали исполнителя Брэндона Ховарда, который часто бывал в семье Джексонов и буквально вырос там. Мать парня, Микки Ховард, которая познакомилась с королем поп-музыки в 80-х годах. Имя настоящего отца Брэндона женщины не называет, отмечает, что она и мама, и папа для своего сына. Но СМИ писали, что Ховард сделал ДНК-тест, который показал, что на 99,9% Майкл его отец. Сразу после этого певец записал видео, в которых заявил,
заявил, что даже если его папа знаменитый исполнитель, он никак не собирается спекулировать на его имени и их родстве, а уж тем более бороться за наследство. Стоит отметить, что законные дети Майкла Джексона отрицают, что Брэндон может быть их братом. Кроме того, позднее появились новости, что проведенный Ховардом ДНК-тест оказался поддельным. Во время интервью Ксении Собчак в 2022 году Брэндон Ховард рассказал, что не собирается делать повторный тест, ему невыгодно эта шумиха, и он будет стараться держаться от всего этого подальше. Парень заявил, что он выступает со своим творчеством и хочет, чтобы люди говорили о нем как о Брэндоне Ховарде, а не как о внебрачном сыне Майкла Джексона. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимает много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.